два голоса за то, чтобы мы проводили. Подписчики управляют моей жизнью. Подписчики — это буду я, и я со второго своего аккаунта. Начали голосовать, что мне сегодня делать. И поэтому поехали. Итак, первое, с чего нужно начинать каждое успешное утро — это завтрак. Ну, то есть, как говорится. Идем, посмотрим, что там нам вообще предлагают эти работяги вообще на завтрак. Ну, там есть такое себе, конечно, меню, но мы попытаемся за то, что это нормально. Прошу, оператор. Главный вопрос. Мне кушать нормальные какие-то салаты, может там омлет какой-то и еще что-то, там может тост, или все взять жареное и, короче, уплыть в масле и набрать плюс 30 килограмм какой-то завтрак. Итак, с учетом того, что я снимаю продолжение, ну, то, что мне, типа, не фрай, а обычный, спасибо большое. Ну, еще целый день впереди, и следующее задание. Это мне танцевать дурацкий утренний танец с аниматорами, которые я не знаю, и попозориться немного или нет. А их все нет и нет. Хотя так много, кто хочет, чтобы я попозорилась перед всеми. Спасибо вам большое. Спасибо. У меня сейчас еще один вопрос. Мне сначала идти в бассейн купаться или сразу идти на горки? Горки там просто камикадзе, просто мощнейшие. Саня, давай, еще раз, давай. Саня, давай! Саня, это нормально, давай, все нормально. Нормально. Так как я уже спрашивала, что я буду обедать, на этот раз скушать много сладкого или вместо сладкого скушать фрукты? Вопрос. Вопрос. Ну что, я взяла фрукты, каждый огонь. На этом мы все не берем, на этом мы не берем. То есть мы не берем эти таблицы, мы не берем ничего, мы катаемся, мы сидим на праве. Этому всему мы проводим место. Так, ну я одну крошку. Тут тоже есть фрукты, видите? Тут тоже есть фрукты. Все, можно. Это можно. Две пирожки. Съела только одну пирожку, не бейте меня. Все остальное мы этому всему проводим место. Ребята, сегодня будет пенное пати вообще. Вы понимаете, насколько это круто? Ну, следующий вопрос. Идти мне на пенные платье? Или нет? Ребята, уже вечер.
И я уже не спрашивала, что я буду брать на ужин. Было не слишком много всякой еды, с чего выбирать. Поэтому я взяла только пасту. Не знаю, что придумать на вечернее задание. Или я пойду на шоу какое-то непонятное в 10 часов. Или мне пойти спать. Решать вам. Still a piece of garbage.